Також у Запоріжжі президент взяв участь у святкуванні 80-річчя металургійного комбінату «Запоріжсталь». Ми відмічаємо знаменательну дату. 80-ту годовщину создания крупнейшего промышленного предприятия нашей страны, металлургического комбината «Запорожсталь». Именно в этот день, 80 лет назад, на доменной печи номер 1 была выдана первая плавка чугуна. В те годы это событие имело для страны огромное значение. Оно показало, что страна способна самостоятельно развивать промышленность и строить свое будущее. «Запорожсталь» и сегодня играет значительную роль в жизни нашей страны. Я приехал в прекрасном настроении. Мне хотелось бы поздравить всех с юбилеем «Запорожстали». Мне хотелось бы сказать огромное спасибо ветеранам труда, именно тем людям, которые закладывали славные традиции «Запорожстали». Мне хотелось бы сказать огромное спасибо рабочим династиям, где сын пошел по стопам отца, по стопам своего деда. Мне хотелось бы сказать огромное спасибо молодому поколению. В их руках настоящее будущее «Запорожстали». Пріоритетом промислової політики назвав глава держави технічне переоснащення та структурно-інноваційну перебудову металургійного комплексу. Це, за словами Януковича, дозволить вийти на нові зовнішні ринки та збільшити внутрішній. Президент упевнений, що «Запоріжсталь» і надалі вирощуватиме виробництво високотехнологічної якісної продукції, навіть попри світову економічну кризу. Мені хотілося б сказати, що у комбінату «Запоріжсталь» огромные традиции, а у нас огромные амбиции. И наши амбиции нацелены на модернизацию. Наши амбиции нацелены на эффективное производство. Наши амбиции нацелены на чистый воздух. И самое главное, чтобы от наших амбиций выиграл город, выиграл регион и каждая запорожская семья –